К другим темам. Вернуть нулевое промилле предложили депутаты Госдумы. По их мнению, это гарантия безопасности на дорогах. Как для водителей, так и для пешеходов. Подробнее об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале нашей программы. Представители Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерены в ближайшее время направить в правительство предложение о возврате так называемого нулевого промилля. Связано это с тем, что в последнее время резко возросло количество ДТП по вине пьяных водителей, а количество смертей в них увеличилось на 47%. Напомним, нулевое промилле было отменено указом президента в 2013 году. Вместо него в законе появилась цифра суммарной погрешности измерений в 0,16 промилле алкоголя. Эта мера должна была оградить водителей от реакции алкотестеров на выпитый кефир или квас. Разрешить заключенным голосовать на выборах — с такой инициативой выступили члены Общественной палаты России. Однако для осуществления подобной инициативы потребуется либо вносить изменения в Конституцию, либо переименовать места лишения свободы в места принудительного содержания. Общественники уточняют, что в случае изменения федеральных законов право голосовать могут не получить осужденные за особо тяжкие преступления. В России установлен минимальный порог ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании в школах, а также для поступления в вузы в текущем году. Выпускнику необходимо будет сдать русский язык не меньше, чем на 24 балла, математику профильного уровня – на 27. В вузы же абитуриентов смогут принимать, если они набрали 36 баллов по русскому языку, 27 по математике, 36 по физике, химии и биологии и 40 по информатике.